Готовиться к выезду на дороги и трассы в морозные дни стоит внимательно, четко осознавая, что может повлиять на безопасность вашего передвижения в личном автомобиле. Все жидкости должны подходить к эксплуатации в этом температурном режиме. Нужно учитывать заряд аккумуляторной батареи обязательно. Обязательно нужно учитывать категорию шин, которые стоят на вашем транспортном средстве. Если есть такие автовладельцы, которые до сих пор шины не поменяли на зимнюю резину, то настоятельно просим отказаться от эксплуатации транспортного средства во избежание дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Снизьте скорость передвижения, учитывайте, что тормозной путь по замерзшему асфальту будет непростым. Не делайте резких движений, маневров, обгонов и перестроений в потоке машин. Часто очень ограничивают движение на федеральных трассах, а также на региональных трассах. Поэтому большегрузный транспорт у нас стоит вдоль проезжих частей. Сотрудники госавтоинспекции ориентированы на то, чтобы транспорт этот сопровождать до стояночных комплексов, дабы исключить создание помех движения другим транспортным средствам. Однако одномоментно это сделать фактически невозможно, в связи с чем люди на легковом транспорте, стараясь ускориться в движении, пытаются обгонять колонны большегрузных транспортных средств и часто очень приводят к летальным последствиям. В городе водителям стоит учитывать и то, что пешеходы не всегда могут их заметить при пересечении нерегулируемых переходов и на мигающий сигнал на регулируемых. Видимость у пешеходов затруднена шапками, капюшонами, шарфами. Они медленнее передвигаются на скользких дорогах в тяжелой теплой одежде. Останавливайтесь на переходах заранее, дайте людям перейти на свой сигнал и в положенном месте. Тем более, что вам тепло в машине, а пешеходы на морозе. Если автомобиль с утра не завелся, лучше отправиться. Отправляйтесь на работу на общественном транспорте. Очень опасно проверять исправность автосистем с помощью огня. Часто очень это зачем-то делают с помощью зажигалок, пытаются искру где-то добыть. В итоге, учитывая, что в морозы стоит сухая атмосфера, поэтому транспортные средства подвержены возгоранию в данном случае. Ни один факт уже зафиксирован. Если у вас машина не заводится, постарайтесь избежать пока ее использования. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают, старайтесь не выезжать на междугородные трассы. Они патрулируют дороги местного значения, чтобы оказывать помощь водителям, которые не могут выбраться из холодного плена. Если попадете в такую ситуацию, звоните с мобильного по номеру 102.